вот мы с вами окунулись немножко уже в мир гитары. И следующее произведение, которое будет звучать, уже будет относиться ближе к концу 19 века. Это музыка Франциска Тарраги, замечательного гитариста, композитора, аранжировщика, который повлиял на развитие гитарной музыки очень сильно и очень мощно, и получилась Мариетта Мазурка и Мария Гавон, Франциска Тарраги, сочинения, которые уже были написаны в конце 19 века. Thank you.